Так, всем привет, пришла посылочка. Теперь у меня все открылось. Так. Швейцарская фляга с подстаканником. Так. Ну вот, вот такая фляжка у нас. Вот. С такой пробочкой. Теперь можно гидратор использовать. Систему гидратора подключать к нему. Так, вот. Можно так скручивать. Горлышко широкое. Нормальное. Так. Это у нас фляга. Вот так. Так, это у нас подстаканничек. Есть пазы, и здесь есть пазы, для того, чтобы он находился, здесь защелкался. Да, слышали звук? Вот. Вот здесь подстаканники есть, две таких ручки, исходных. Сам подстаканник идет на 500 миллиграмм воды. Взяла специально эту флягу, чтобы ходить с ним в поход как раз. Прямой, ну и так буду использовать, что меньше вес будет таскать. Хочу попробовать где-то солить на нем гречка или рис, не знаю, что-то там посмотрим, что кто-то придумает. Вот, так что вот такая фляжка, швейцарская фляга М84, если не ошибаюсь. Вот, характеристики я их выставлю под видео. Вот, ну что ж. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока. Уже новое видео где-то, когда буду использовать, выставлю. Ну что ж, всем удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Фляга прикольная. Всем пока. Всем удачи.